мальчик. Лида Детриня. Кулаки, каски там по ДК, по шаманам, хуй знает. Крестик нажали, Hellfender пал. Меня только не уроните на рейнджа. Как готовы будете, напишите. Друидом можно. Дай каску по ДК. Может, по всем нормальные каски дать? Ну я хуй знаю, что вы, ну, не даете. Все, да, есть. Ой. Медведя ешь ты в сове. В 5 думаешь, что ли? Ты что, в 6 хочешь? Ну хуй знает, без сырых, я думаю, лучше, хватит. У нас есть до цеха пал шаман. Более чем достаточно. Смотрите. Более шаман. Ману заливать будет, будет все заебить. Че стоите-то, кого ждете? Давай на счет 3. Нет, стой. Поглотать? Да. Где даешь Берхан-то? Дальше его поднимать. Магро скидывал. Thank you.
давал шаману. Давай. Тяжкий был. Сейчас опять будет. Вставай. Захил фулбап. Классная гимнаман. Тебе пистон ходит. Угу. Топовый пистон, топовый. Пистон тебе выбер. Так, это пелемешку. Лага там сами. Да. Как ты говоришь, все ебало в пистонах, да? Все лицо. Я тебе предлагал пистон, а ты отказался. Вы вообще зря за пистон думаете, я, наверное, не просто так вроде захожу балом. Кирс 30, да? Да, она у нас все куски берет. А чё кинул? Я-то на ханте сижу, у меня ещё похуй. Кто там пистон заберет? Такую штуку будут летать приоритетно танки, которые в ОКХМ ходят. Ты воиды побрили, нахуй, красиво. О, блин, агрик, ёб, ПРСТ, вот. Вниз все пришли уже.
продисплейте трэш, пожалуйста. Масрез, трэш не булить. АФК меня. Ворон. Эй, басин, похуй. Стая. Масрез дайте. Пульт страж дальше. На робот сначала забейте, потом это он. Yeah.
Рысы эти там, кто падал. Или они еще не хотят даже вставать. Второй где-то. Его сразу бьем. Блять, у кого-то гром. Можно дисплей вот это вот оглушение, пожалуйста? Стойте, стойте, давайте лучше патруль убьем, а потом дальше лучше подождем. У нас 4 хила, не жестите. Рисуйся, все. Блин. Ждем. Да, интересно. Азик, вставай. Где в контроле?
Оба пары. На боссе Андонидес Делорус, твой трэш контролит Таноти. Скажи, пожалуйста, жив. А то у меня... Войт сову. Смоньте двух магов. Чек на баф пул. Звезду все сместились.
костры не будут успевать. Кто звездопад вызвал? Отойдите подальше от жреца, чтобы его не долбило. Овцо, обнови, он кастует. Чем вы тут вешаете? У меня не будет в беде коста, у меня кодеста. Дайте ей ручку. Спасибо, больше не надо, хватит. Так что пошли ты. В одно место все сбегитесь. Стол, где жрец.
1%. Bloodlust. Дайте антифер танку. Да я под душой. Рада, тебе шмотки по скидываю, пылить будешь. Так, Танибис отойдет буквально на пару минут, он будет разделать. Похмелье проходит.
Ну, как бы. Поверяйте центриона. Кирс, спизди с инквизитора баф. Еще раз. Дарт, куда пошел? Дарт, а ну стоять, ты куда? Я забрать пытаюсь, что там 3 моба. Ты понимаешь, каких тебе мобов надо забрать? Или тебе похуй? Тут 2 моба крутят вертушку, Центрион и Маша. Как ты думаешь? Альфа-танк опять выебывает, смотрите. Блядь. Что не сказали, вот, и еще и предъявы тебе, блядь. Вот сейчас в толпу иди, а мобы, которых я заберу с тебя, это будет с вертушками. Войт, почему у тебя нет протокола? А надо? Давай других забирай. Лага, я в другом дискорде сидел и не слышал.
можно как бы в одной куче танчить, в одной точке, блядь. Просто милики подохнут. Или им придется не бить. Войт инженера, Данида, значит, Сангвинара и девку, девку на него напулить и ханты. Все оружие собирает Войт, ханты напуливают сокрушение на Данидас. Танки, надеюсь, меня услышали и поняли. Значит, с первых пяти групп кому лут скельтаса не нужен? Вы там имеете в виду, что... Девку он никак не затанчит, она будет откидывать его. И лучше РДДшнику какому-то типа дарки затанчить бабу сразу. Она его уебет. Это не уебет она его. Я танчил локом уже, потанчил в прошлый раз, она меня чуть не уебала в Африке. ХП. Ей там урон увеличили или хуй знает. Короче, она сейчас ебашит, прям ой-ой-ой. Ну значит нужен третий танк Хеллфейн. Дарки, спекайся в Африку, потанчишь бабу. Не, ну, просто она по рейду пойдёт. ШП прекрасно танчит ее. Вот, тем более, ШП там потанчит. Не вижу таких ШП тут. У Даркиса есть протодемон. Поставьте еду, пожалуйста. Ну, я к тому, что она по рейду пойдёт. Он ее не наберет на Неагро никак. У нас есть три напольщика. Ну, два. Это не поможет. А, стоп, у нас уже один остался. Эту хуйню надо танчить либо ЛПшками, либо РДДшником. Фраер резисте. С ума нет тех, кого заменил. Настя, а сколько у тебя СПД в ДЦ? Мало. Я слабая. Без характера. Так Сумонди, чипсы, инфернити, суперстара, речи. Инфернити там не ФК. А не ФК с чипсами. Отойду быстро, одну минуту, курьер приехал. Подождем пару минут, ничего страшного, БП получит, если из ФК не выйдут. Андонизас, нет, ты будешь фениксов собирать.
Еще раз чек на АФК. Чипсы сумоньте. Я тут. Даркес говорит, изи потанчит бабу. Кирс обратно в рейд. Инфернити уже присумонился. Вот суперстара нету. Так, хорошо. Кирс, отдыхай дальше. Рыбу ставь. На баф на получек. Волен босс. По хилам СС раскидать. Зачем мне дали СС? Я вроде как не погибаю. Гнар, куда что вести? Здесь что-то ли? Да. Коперниан проследит, чтобы вы не задержались здесь надолго. Эльфы крови! Высшая раса! Там сова, походу, будет танчить этого дурака. С платформы ушли все, кроме танк. Конты напуливают сокрушение на Данидос. Роги напул всю эту херню на Войда.
БЛ трогаем, нет? Да, шторм поднимаем. Бабу близко к спай. Тащите чуть-чуть в сторону, подлетали. Вон туда, куда? Тут иду. Противоположно. Больше агро. Напуливайте Энги тогда бабу. Ты чисто бабу хуярь. Хильте Энги. Центр хилам отдайте. И ты смотри, чтоб баба, если она идет за тобой, чтобы она не стояла, например, в мишке танке. Да я сейчас этого отведу. Справедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу, но вы даже никогда не знаете, что лишь возвращаясь в тот момент. Тут бомба. А зачем ты подвел Сангинар? Там же ферять будет. Я, нет, я его схватить не успел. Вот, бипан. Лежал у меня. Танк, зачем ты водишь по платформе? Ну, а мне что делать? Вот этот брат... Он охотился этот, преследуй всех. Дэшки инженера добейте, мелики, семинар. Это у кого? Две даешь, поднимай все.
Вы в курсе этого БП заработали за этот год. МК-25, да? Феникс, добейте. Яйцо мелики. Яйцо, блядь, быстрее. Ого. Энджи, поднимай все. Танчи этого. Танчи, блядь, своего. Ты наберешь на него. Феникса на кружке бейте. Ну, два Феникса, будет третий. Феникс в бурсоните. Яйцо все срочно. Отведи Феникса отсюда. Отведи. Побили Феникса. Второе яйцо готовьтесь, все в яйцо. Контроль. Скоро каст. Не убили. Короче говоря, падаем. Стоп хил. Вот, появилось яйцо, пол рейда стоит со стороны, вот где зеленый портал локовский. Медведоёж хуярит босса. Медведоёж, ты в диссе. Как можно, хуярить босса гневом, когда у тебя яйцо лежит? Из него вылупляется, блядь. Какой мне урон чекать, если я вижу прекрасно? Первое яйцо, с которого вылупился первый Феникс, ты хуяришь босса гневом. Какого хуя? Как ты это объяснишь? Где Феникс, его подбивают, из него яйцо появляется. Рейд, РДД, в частности, должны переместиться на рейндж, чтобы они доставали бить яйцо. Какое в пизду милики, блядь? Яйцо бьет весь рейд, все ДД, РДД и танки, блядь. Потому что если только милики или только РДД этим будут заниматься, блядь, может не успеть рейд. Какой, слушай, блядь, хуй знает. Вага, ты думаешь, что ты сказал миликам бить, а РДД хуй с ним, яйцо не будем бить, что ли, или что? Как вы, вот так? Это уточнение было, чтобы милики его тоже били. Медведоёж, если для тебя это в новинку, бьют все ДД и РДД яйцо. Хуйню не придумывай. Как, что у тебя в голове должно быть, чтобы ты, блядь, бил босса? А яйцо хуй с ним справится, да? Как ты думаешь? Резаемся быстрее. Бафы обновляем.